Проблема была в одном, то есть, что бесхозяйный участок, во-первых, это был. Поэтому требовалось, во-первых, найти организацию, составить соответствующую смету в течение вот, буквально понедельника, когда достигнута такая договоренность была, как только провал образовался. Во вторник уже приступили к работам, ну и учитывая зимний период, в среду, то есть просто уже было дополнительное щебеночное основание, то есть уже для проезда обеспечено.